Дорогие сыктывкарцы, от имени администрации муниципального образования городского округа Сыктывкар и от себя лично поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Новогодний праздник дарит нам удивительную, ни с чем не сравнимую атмосферу, знакомые с детства ожидания чуда и добрых перемен. И в эти минуты мы, как никогда, чувствуем стремительный бег времени. Вспоминая уходящий год, мы думаем о самом дорогом для каждого из нас, о своей семье, о самых близких для нас людях, о том, что нас ждет впереди. Мы с вами живем здесь, на коми-земле, в родном Сыктывкаре, и видим, как меняется столица республики, как благоустраиваются дворы, парки, появляются новые арт-объекты, возводятся жилые комплексы, а улицы города расцветают от улыбок его жителей. И в наступившем году нас ждет немало проектов по улучшению облика Сыктывкара, которые предстоит воплощать в жизнь при вашей активной поддержке, уважаемые горожане. Дорогие сыктывкарцы, мы встречаем Новый год с верой в доброе, с надеждой на новые свершения. Пусть ваша целеустремленность и трудолюбие станут основой движения вперед, помогут достичь намеченных целей, воплотить в жизнь ваши мечты. Пусть наступающий год станет для вас временем успешных начинаний и радостных событий. Пусть будутся самые заветные желания, надежды и мечты. Пусть вас всегда согревает тепло домашнего очага, любовь родных и близких. От всей души желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и оптимизма. С Новым годом!